им, конечно же, не относится. И ответ у Манчестер Юнайтед может быть даже интереснее. Удар. Это матч на своем поле. За три предыдущих было за... Хорошая подача. И Эшли Янг вновь в центре внимания. Стивен Дэвис. Команда так 1-0 и выиграла. Ох, какой момент! Правильно делал, что не медлил. Нейтан Редмонд проверил штангу. Очередной угловой. Теперь только уже не Мхитаря. Намата подает. За майку хватает. У Крейга Полсона нарушил правила. Там они, конечно, оба хороши. Ох, какая хорошая подача! И очередной шестой мяч в сезоне Ромелу Лукаку. В упор он бил головой. Великолепно. Как же здорово подал. Такую ремарку, что весь его дриблинг остался в юности. И увеличивает свое преимущество по голам над... Один Лукаку забил больше, чем весь Саутгемптон. 5 против 4 голов. Который забивает на Сент-Мэрис в составе трех уже разных клубов. Эвертон, свой предыдущий клуб. И вот теперь забил за Манчестер Юнайтед. А здесь, может быть, и пробить уже пора. Не лучшим образом сделал это. Здорово стартовал Мхитарян. И английской премьер-лиги с Эвертоном только Решфорд и Мата на поле вышли. Какой удар! Восхитительно исполнен технически. Удар... Переброшена стенка, да, и красиво очень сделано все в атаке у Саутгемптона. Мата, ничего себе, рывочек Матича в штрафную. И... А здесь Лонг бьет по ногам. Лукаку, прострел. Уэсли Худ выбивает мяч. Эрик Баи встает. Хорошая подача. Филайни выбивает мяч. И немедленно звучит свисток на у Ромелу Лукаку. Ну, Тадич. И сначала Йосида, а затем и Орел. Ромео мячом, да и собой. Тут же утыкает. Хороша передача, только, возможно, офсайд там у Стивена Дэвиса. Офсайда нет, и поэтому продолжит атаковать Саутгемптон. Ходит штрафной. Редмонд удар! Очень приличный, плотный удар. Там эпизод с возможным офсайдом нам не показали. Кстати, по линии мяча. Проходит Антонио Валенсио, поднимает голову. Набрасывает штрафную! И бьет Шейн Лонг. Пусть... Маркус Решфорд преследовал Тадича. Сантиметров каких-то не хватает, чтобы такие проблемы испытывал Манчестер Юнайтед. Настолько неплохой удар, но мяч летит выше ворот. Хорошая какая передача. Находит Ромелу Лукаку. Удар Мхитаряна. Хорошо сконцентрирован Саутгемптон. С самого начала второго тайма. Вот сейчас может подловить Юнайтед. Лукаку! Форстер сейв. Неплохой пас, Тадич, ему левая нога нужна, он все равно делает справа. Помните, как Риоли Ромео после подачи одного из корнеров, и вот опять опасно. Стивен Дэвис, и из ворот мяч выносит Муруан Филайни. Да, еще один опаснейший удар. Стивен Дэвис неточно сыграл. Нет офсайда, и мяч в поле, Бертран. Расчетливая передача. Удар. Ну, наверное, слишком просто. 69-я минута. Это фол. И фол жесткий. И поехала нога у... Ну, очень опасно. Тадич. В лицевую и подача. О, как элегантно, эффектно. Запасом. Будем бои. Вот так вот. Устоял на ногах. И Юрки, Седрик Суарыш, только Габидини.
Опасно будет. Удар. И мяч проходит в сантиметрах от штанги. В первом тайме один из которых прижал во втором тайме. Ох, момент. Хороший пас Решфорда. Да и все. Как отдавал. Прекрасно. На андерходу и терпеть. Нам. Редмонд. По мнению судьи, нарушил правила. А мне, честно говоря, так не показалось. Максимально цепко играют в отборе футболисты-хозяев. Просто молодцы они в этом компоненте во втором тайме. Тадич. Тадич и желтую карточку еще зарабатывает. Подача Уорда Прауза. По-моему, Фил Джонс. Ну и даже с Уэсли Хутом. Да, в затылок Филу Джонсу прилетел. А нам повторяют забитый гол. Эшли Ян, конечно, большой красавец в этом эпизоде. И... Ага! Разочек вот так уверенно руками оттолкнул Маркуса Решфорда, заменит Дейли Блинт. Номинальная перестановка на оставшиеся две, ну теперь уже может быть даже и три минуты с учетом еще одной нарисовавшейся паузы. Джонса. Посмотрим. Поприветствовал. Уорд Прауз. Хороша подача. Выбивает. Финальный свисток. Манчестер Юнайтед удерживает победу. Несмотря на все давление Саутгемптона во втором тайме, Манчестер Юнайтед...